У вас есть определенный накал эмоциональный. Это нормально. Но это не может заменить рассуждение. Я хочу, чтобы вы понимали, что я в этой проблеме, а проблема это не мальчиков и девочек, это проблема людей, у которых отец еврей. Я по вашей просьбе только обсуждаю отец еврей, мать не еврейка. И таких у меня за последние 45 лет, с тех пор, как я достаточно активно занимаюсь проблемами русскоязычного еврейства, сначала в Москве, примерно 15 лет, потом в Израиле, где-то тоже свыше 30 лет. Так что за это время, наверное, я какой-то опыт накопил. Я говорю с вами с позиции этого опыта, не с позиции абстрактных рассуждений. Тем более, что вы написали так. Вот послушайте сами себя. Вы готовы были бы принять тот факт, что те, кто приедет с чистым сердцем, отождествляют себя с еврейским народом и хотели бы строить свою жизнь в Израиле? Я не могу принять такой факт. Я не могу принять обратное тоже. Потому что каждый человек сам по себе. И каждый человек имеет свои фантазии, мысли, планы. В Израиль приезжает полно людей, независимо от происхождения, полно людей, которые хотят здесь перекантоваться и потом переехать в другую страну. Или получить израильский паспорт и сразу переехать. Сразу-то буквально сразу в другую страну. Или жить здесь получится, хорошо, нет, уехать. Или жить здесь, в любом случае жить здесь, таких мало. И опять не важно, происхождение имеет значение. Мы говорим, человек ведь это не его только генетика и происхождение, это весь комплекс его, называется, цивилизации. Цивилизация из Советского Союза, согласно тому, как определил это великий русский, я подчеркиваю, русский, не еврей, великий русский писатель Александр Солженицын, это жизнь во лжи. Это была цивилизация Советского Союза от большевистской революции и реально, вот так примерно до 90-го года прошлого века, последние 20 лет или 30 лет, это не совсем так, но цивилизация не меняется даже за 30 лет. Поэтому большинство, я прошу на меня не обижаться, есть исключения всякие, большинство советских людей привыкли жить во лжи, привыкли не говорить то, что они думают. Они, неважно, боялись, справедливо боялись, несправедливо боялись, это не имеет значения. Факт, что жили таким образом, что на уме было одно, на языке другое, в сердце третье. И вот такая вот шизофреническая жизнь сложила нового человека, который называется, опять же, по советской терминологии, не по моей, homo советикус, человек советский, советский человек, новое явление. Так говорили, это новое явление, советский человек, который жил во лжи. Поэтому ваши фразы, кто приедет с чистым сердцем, прекрасно. Разве кто-то против чистого сердца? Но где тот рентген? Вы считаете, что в аэропорту должен встать рентген, кто будет проверять чистоту сердца, намерений? Более того, какие намерения могут быть, если нет знания, нет потребности в знании? Если человек по вашей просьбе, отец еврей, мать не еврейка, может прекрасная женщина, но она не еврейка, и так далее и тому подобное. И вот этот молодой человек, которого вы почему-то очень хотели, чтобы это звучало красивее, не обижайтесь на меня, мальчики и девочки, так оно как-то лучше звучит. А я отношусь ко всем людям.
А если 40-летний человек хочет приехать в Израиль, а 30-летний, все-таки это не мальчик уже. А 50-летняя женщина не девочка. Но это все люди. И я к людям отношусь хорошо. Независимо от того, кто у них отец и кто у них мать. Но мое отношение, как хорошее отношение, не означает, что Израиль – это проходной двор. Не означает, что засорение страны нееврейскими цивилизационными нормами, привычками, образом жизни, взглядами на мир и так далее, и так далее. Во всех областях, от общечеловеческих, смотри Солженицына, до сугубо еврейских, где там, как говорят по-русски, рядом не лежало. Все это непросто. Это большой наклад, это большая нагрузка на Израиль, и ни за что. Теперь вы спросите, как же ни за что? Эти люди, фраза «чистое сердце» даже не рассматривая, потому что это пустое. Не понятно. Я не говорю, сердце может быть очень чистое, а может быть и совсем даже не чистое. И никто не знает. Поэтому бессмысленно обсуждать. А можно обсуждать, что вот приезжает человек с еврейской внешностью, как вы пишете, хотя это не играет никакой роли, а если внешность не еврейская, нельзя его пускать, что ли? Еврейская внешность. И фамилия еврейская. Фамилия, да, допустим. Рабинович, Абрамович. И он страдал в России или в Украине, или еще в подобных местах от этой фамилии. Означает ли это, что он уже проникся еврейским духом, еврейскими законами? Стал ли он евреем по еврейским законам? В конце концов, он приехал не в Ямайку, и не в Канаду, и не во Францию, а в Израиль. В Израиле нужно, чтобы было по еврейским законам. И в этом суть страны. По законам нашей традиции, человек, который Рабинович, но его мама не еврейка, он не еврей. Это правда. Это не назло кому-то. Здесь нет ничего плохого в этом. Потому что так было и есть и будет. Теперь, что дальше? Значит, ваш такой тональность, что это будет несправедливо, страдали и прочее, не важно, потому что если человек страдал, то не делает его кем-то другим. Это делает его человеком, который страдал. И виноват не Израиль в этом. Виноваты, если, допустим, Россия, вы из Москвы пишете, виновата Москва, виновата Россия. Если человек там страдал, то Израиль здесь ни при чем. Израиль обязан принимать евреев, а не неевреев. Это, Израиль – это не накопительная какая-нибудь канистра, куда нужно складывать все, что подходит. Израиль – это Эрец Исраэль, страна Израиля, на который Всевышний дал еврейскому народу, с тем, чтобы мы жили по-еврейски. То, что в Израиле есть люди, которые не живут по-еврейски, это наше, это уже не московское, это наша еврейская беда и наше несчастье. Да, это несчастье. Но из этого не следует, что любой человек может говорить, по каким законам он должен приехать и жить, и прочее, и прочее. Поэтому, чтобы этот сложный вопрос, не спорю, сложный вопрос распутать, надо идти по прямой линии. Прямая линия простейшая. Мама твоя еврейка, ты еврей. Мама не еврейка, ты не еврей. Папа не имеет значения никакого, будь он Рабинович или Абрамович, или Давидович. Не имеет никакого значения. Почему? И тут опять люди, которые выросли не в Торе, не в еврействе, не понимают это. Почему по маме он еврей, а если наоборот по папе он не еврей? Дело в том, что еврей или не еврей – это состояние или статус. Не состояние, а статус души человека. Есть статус еврейский, передается согласно нашим законам и мудрости Всевышнего. Передается по линии матери. И есть статус
отец еврей, Рабинович, мать у человека не еврейка, что его душа, душа, подчеркиваю еще раз, душа, она все определяет. Еврейская душа, не еврейская душа. И вот мальчики и девочки, у которых папа еврей, мама не еврейка, не имеют еврейскую душу. И поэтому нормально совершенно, что они не должны сюда приезжать. Но вдруг случится такое, иногда случается, редко, но случается, что такой человек, мальчик или девочка, или я настаиваю, мужчина или женщина, в любом возрасте, вдруг начинает пробуждаться и осознавать, что он еврей. Не потому, что его бьют. Мало ли кого бьют. А потому, что он еврей по сути. Он хочет быть евреем. Но у него только отец еврей. И как же ему быть? Поэтому в наших законах, которые мудрые, гуманные, настоящие и открытые совершенно, написано, что такой человек может пройти гиюр. Гиюр – это переход из нееврея в еврея. На каких условиях? На тех, на которых наш, опять же, наш, ничего не поделаешь, наш еврейский закон определяет. Это раввинский суд, это осознание, изучение, практика и некие другие всякие условия, на которых не еврей и независимо от отец, неважно, он может Рабинович или Иванов, это одно и то же. Для гиюра это просто одно и то же. Вот этот вот не еврей может стать евреем. Вы чувствуете где-то здесь жесткость какая-то, где-то неприемлемость. Я не понимаю почему. Для того, чтобы получить гражданство в Соединенных Штатах, нужно несколько лет учиться, заниматься, сдавать экзамены. Чтобы получить гражданство Швейцарии, нужно порядка 10 лет жить там, деньги в банке иметь, еще всякие условия. Почему это нормально? Чтобы стать евреем, нужно стать евреем. Обычно это уходит от 3 до 5 лет. Что страшного? Это же мальчики и девочки, о которых вы так пишете с нежностью. Значит, им впереди еще 100 лет жизни. Ну, 80 лет жизни. Что такого, если они 3 года будут осознавать и понимать и учиться быть евреем, что произойдет, они будут тогда. Если все это искренне, я иду вслед вам, видите, я не спорю с вами, с чистым сердцем. Вот это чистое сердце нужно направить на то, чтобы стать евреем, жить по-еврейски, и тогда ты будешь настоящий израильтянин, а не липовый. Потому что не евреи в Израиле, приехавшие из чужой культуры, вносят в Израиль сложные элементы, иногда просто плохие, и немало случаев есть антисемитизма, а иногда не антисемитизм, тоже есть. Но так или иначе, и это, такой человек строит себя, строит страну, строит свою жизнь правильно. Не с левой ноги начинает, не криво идет, а прямо идет. И он преуспевает, и ему тогда хорошо. Так что такой вот подход делает человеку, открывает ему дороги. Подход кривой, приехать сюда и качать права. Я Рабинович, я Абрамович, я страдал за свою фамилию. Значит, теперь я буду еврей на моих условиях. Нет, есть условия народа. Не твои, не мои, народа, наши условия. Ты приехал к нам, ты не приехал... Поскольку ты не еврей, то ты не приехал к себе. Ты приехал сюда в надежде стать евреем, пройти гиюр. И именно гиюр настоящий. Увы, много липовых гиюров есть, очень много. Пройти настоящий гиюр, и тогда без всяких ограничений будешь тебе жить и процветать, и все будет совершенно хорошо. Начнем с левой ноги, начнем с неправды, начнем с этой вот кривды, что Рабинович, который страдал от антисемитов, вдруг он поэтому должен быть евреем. То есть антисемиты нам определяют жизнь. Это же абсурд.
Ровно наоборот, как, чем должно быть. Мы определяем жизнь в еврейской стране. А эти антисемиты имеют полное право определять жизнь у себя в своей стране. Не знаю, антисемитская она или не антисемитская, но она точно не еврейская. И у нас нет никаких претензий на руководство другой страной и на то, чтобы говорить другим людям, как жить. Я надеюсь, что я уже достаточно подробно, может быть, даже чересчур объяснил эту тему. Поэтому прошу не кипятиться, спокойно думать, что правильно, что для неба, что для Всевышнего, что для человека. И в этом во всем выбрать правильную прямую дорогу. Всего доброго, до свидания.